Всем привет! Хочу поделиться своим приобретением на сайте AliExpress. Вот такой вот светодиодной лампочкой, которая подключается к пауэрбэнку. Во-первых, она очень практична, мала и очень яркая. Она удобна, если вдруг, как у нас сегодня, вот реально сейчас, выключили свет и уже несколько часов света нет, а обзоры снимать очень даже здорово. Цена такой лампочки на сайте AliExpress $95. И сейчас мы ее рассмотрим. Приходит она в обычной упаковке из пупырки, полностью выполнена из пластика. Есть держатель, чтобы можно было подвесить, например, где-то даже в походе, в палатке, или даже прикрепить к рюкзачку. По мощности продавец заявляет, что она 5 Вт, но это совсем не так. Я думаю, где-то до 3 она светит. И метровый кабель, который позволяет закрепить источник. В данном случае я использую обычный powerbank. Правда, он необычный. Обзор на него можно посмотреть вот здесь в подсказках. Это от бренда X-Star, специальный powerbank, у которого съемные элементы. И он практически, если у вас есть такие сменные аккумуляторы 18650, можно набрать целую кучу по емкости в поход. Ну и теперь, создав практически полную темноту перед камерой, мы включаем эту лампочку. На ней нет никаких кнопок включения или выключения. В моем случае нужно нажать на кнопку, чтобы началась подача питания. Нажимаю, и она загорается. Лампочка не боится даже, кстати, падений, потому что полностью из пластика, внутри светодиоды, но реально очень яркая. Все, что нужно, подсвечивает и освещает вокруг. Можно применять как аварийное освещение дома. Можно использовать с собой куда-то в поход взять, в путешествие. Или же, когда ремонтируете автомобиль, может быть, где-то подсветить как фонарик, потому что обычный фонарик нужно носить в руках, а здесь же прицепил на себе и освещаете. Может быть, нужно какой-то ремонт сделать в каком-то малоосвещенном месте, поэтому это то, что надо. Конечно же, есть и другие варианты данной лампы. Есть с внешним источником питания от солнечной батареи и гораздо мощнее, около 15 Вт. Ссылка на эту лампочку есть в описании. Переходите, посмотрите. Если вам понравился обзор, поставьте лайк. До встречи в новых видео. Пока!